мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорк, устроил необычное предвыборное шоу, флешмоб, в котором он показал собственные похороны, чтобы обратить внимание избирателей. Он учел все детали и использовал все атрибуты, присутствующие на похоронах. В общем, кандидат в депутаты подошел к делу с максимальной серьезностью. Некоторые усомнились в психическом состоянии кандидата, но он заверил, что с ним все в порядке. Таблетки, которые ему выписали врачи, он принимает регулярно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.